казахские, русские, узбекские, индийские и кавказские танцы. В необычной хореографической постановке переплелись композиции разных народностей. Но основной программой флешмоба были танцы под патриотические национальные песни. Молодежь, недавно пополнившая ряды государственной службы, довольна работой и призывает молодых людей служить государству. Для меня гордость быть на службе у государства. Я с детства об этом мечтала. Сейчас уже год, как я работаю. Особых трудностей на службе нет. Постоянную поддержку госслужащим оказывает президент. Зарплата у нас 80 тысяч, и нам хватает. Но сложности в работе госслужащего все-таки есть. У только пришедших на службу их намного больше. Проявить себя — ответственность вдвойне. Организация флешмоба показала, что ответственность и подготовка у новоиспеченных служителей государству имеется. Все наши госслужащие имеют хорошее образование, и у них есть все шансы подняться по карьерной лестнице. 15% из числа государственных служащих в южном регионе Казахстана составляет молодежь. Для них есть возможность дальнейшего обучения. Молодые госслужащие могут поступить в Академию государственного управления при президенте Казахстана. Зарина Шарипова, Баушан Джусипов, Дильшат Адашев, информационная служба телекомпании «ОТРАР».